Всем привет, ребята, вы на канале Придяга режиссер, и сегодня мы будем готовить блины. Да, блины, какие русские блины, да? Да. Что для этого нужно, Настя? Для этого нужно ножик, лопатка, молоко, оливковое масло, соль, яйцо и, конечно же, мука. Мука, так, мука у нас... И тарелочка вот такая. Да, тарелка вот такая, так. Для начала муку достаем, чашку, да, вот так вот, это ситечко такое идет для муки рассеивать. И давайте сейчас начнем, а на вкус какой она? Ты муку попробовала? Так, давайте сейчас рассеивать будем. Ты блины захотела, да, и поэтому попросила, чтобы сделали блины. Ну давай тогда вместе будем их делать, да? Настя, так мука она не вкусная или вкусная? Ну, я попробую тоже. Да, не, она невкусная. Невкусная. Так, ну, для начала давай сделаем. Бери ситечко, вот это вот, чашку эту бери. Да, и теперь просеивай. Как мы это сеем? Так, так. А что снизу? Это для чего мы делаем? Ой, стой. Высыпается. Для чего мы это делаем? Для чего просеивать? Для блинов, да. Настя, ну не пробуй ты. Так, покажи язык. Все, давай просеивай. Ты сейчас всю муку съешь. Давай так просеивай, да. Вот, это чтоб не было комочков, да? Давай, до конца. Мы немножко блинов сделаем на пробу. Еще. Давай. Селёнок хватает тебе? Во. Такая мягкая. Угу. Еще немного. Ну почти осталось. Давай, до конца. Во, все. Подожди еще. Получилось? Все. Все, это сделали. Муку мы просеяли, так? Муку просеяли? Да. Все, оставляй на место. Дальше, какой у нас шаг будет? Вбиваем яичко, да? Да. Угу. Разбил уже. Как разбила? Нет, давай. Разбила. Теперь руками его. Настя, не так. Ну ладно, пускай так будет. Одно яйцо. Все, в сторонку оставляй. Разбили, да, яйцо? Я полотенце сейчас возьму. Полотенце, ну иди бери полотенце. Так. Вот так вот берем теперь ложечку такую. Да. Это у нас идут блины по бродяге, да? Так, теперь его размешивай понемногу. Чуть-чуть размешала, да, все, оставляй. Оставляй. Теперь берем молоко. Мало. Открывай молоко. Не откроешь молоко, давай я открою. Подожди. Угу. Закрутили хорошо. Все, ну. Молочко, это как? Молочко. На эту порцию только немножко. Не пей его. Тебе не надо. Давай, немного совсем. Еще лей. Лей. Ну нормально лей, что ты. Давай, я тебе скажу, когда. Во. Да ты повар настоящий. Давай. Хорош. Все. Закручивай. Так, теперь соль по вкусу. Давай соль добавим. Подожди, дай размешать. Ты еще не размешала. Размешивай. Только вот размешивать, смотри, вот так вот по кругу. Такой раз. Я знаю, давай. Ну, вообще-то есть миксер. Может, миксер возьмем, а? Нет, так пойдет, да? В домашних условиях по-общаговски можно и так. О, еще мешай. Так, соль по вкусу и сахар будем добавлять? Да. Ну давай, добавляй. Где? Так, берем соль. Бери соль. Щепотку такую возьми. Ну не такую маленькую, нормальную такую возьми. С тремя пальцами.
Не, это мало будет вообще. Хорошенько возьми так. Во, такая щепотка бери. Сыпь. Во. Еще бери. Не, так это мало будет. Бери еще. Еще бросай. Так, вот. Ну это хватит. Соль? Да. Ну давай еще, наверное, еще. Да это мало, твоя. Так вот. Еще давай я возьму. Слишком соленый. Не будь. Дай сюда, дай сюда. Ну давай сахара добавим. Вот. Давай, ладно. Подожди, покажи. Не это не цел. Не надо. Оставляй его. Это не надо. Высыпай его, высыпай. Стой, подожди. Высыпай, это много было. Все, хватит, наверное, соли. Да, хватит. Так, сахар будем добавлять туда? Не. Может, сахара немного, а? Да не надо. Да давай, немного сахара. Да ё-моё. Ну, давай немного. Ладно. Вон сахар у нас, подожди, вот здесь. На, вот сахар. Сахарница, бери. Бери сахар, добавляй. Все. Немножко, да, сахара? Ну, давай, еще давай. Так. Еще. Так это я себе. А, это ты себе делаешь? Так, этот сахар не воруй у меня, а? Настя, с тобой мы блинов не спечем, я чувствую. Так, все, сахар добавили, соль добавили, муку и одно яичко. Сахар, хватит уже сахар есть, а? Сколько можно сахар есть? Настя, все, не, закрывай. Мы так, я не знаю, мы так блинов не спечем. Закрывай сахарницу. Так, берем оливковое масло для запаха, для вкуса, да? Покажи, какое оливковое масло добавляем. Вот такое олива, оливия. Добавляем. Фу! Что фу? Давай чуть-чуть добавь. Добавляй. Я тебе скажу, когда. Давай. Еще. Хватит. О, вот так вот хватит, да. Для запаха, да? Давай уже размешивать. Давай размешивать. Все, размешивай тщательно. Да, короче, закрой. Угу, я закрою. Крутите. Так, мешай, мешай. Я тебе скажу, пока что вот эти вот все комочки, они не разошлись. Надо тщательно, вот это, видишь, вот мука, вот даже сухая, вот. Вот, вот здесь. Надо ее тоже снимать. Здесь сухая. Да, чтобы такой консистенция была такая вот, как... Сметана, вот именно. Да, да, да. Сметана, сметана. Такая. Настя, у меня есть идея. Знаешь, какая? Настя. Какая? Чтобы тут не мешать, мы же в каком веке живем? В каком? Ну в каком? Да в каком? В 21 веке, да? Да. И чтобы этой рукой не мешать, берем миксер, это все упростим, правильно? Да не надо. Чего? Давай как нормальные люди. Ну давай. Давай, как нормальные люди, хорошо, не будем брать миксер, как нормальные люди самостоятельные будем это делать. Давайте помогу. Мешай, мешай, во. Получается, Настя, да ты прирожденный повар, я смотрю. Так, есть. Ну, я думаю, почти готово, сейчас я домешаю это все. Но вот этих комочков не должно быть. Почему? Потому. Подожди, сюда у нас оно жидкое, надо еще муки добавить. Чтоб оно, видишь, оно жидкое сильно, Настя. Надо чуть еще муки добавить. Давай добавим. Давай. Вот и все готово, пойдем уже жарить. Ну, пойдем жарить, уже готово. Ну, я уже пойду. Ты размешала, да, все без комочка у тебя получилось, все, да? Я пошла. У тебя все без комочков получилось, да? Ну все тогда, пойдем, ну, пойдем жарить тогда. Ставь сковородку, иди. Бери сковородку. Вон сковородка, бери. Да. И иди ставь туда ее. На печку туда, да. Все, я пошла. Да, 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 да. Все, берешь сковородку. И масло не забудь. Ты сам масло возьмешь. Да, хорошо, все. Блин, это что не есть, такое легкое все. Поэтому это каждый сможет это все приготовить. 5 минут это все сделано. Так, берем сковородку. Уже включили печь. Включили конфорку. Поставили здесь максимально идет 6.
Вот 6. Мы поставили на 5, чтобы сильно не было накаленное. Все, пускай сковородка греется. Когда сковородка нагрелась, берем вот такую кисть силиконовую. Ну, у нас, по крайней мере, оливковое масло. Можно обычное масло, можно сало. То есть это каждому по-разному, кто как делает. Вот так вот силиконовую и прошлись по сковородке. Обмазываем полностью, чтоб не пригорел блин. Обычно, когда блин сделается, если не получился первый русский блин, то это называют блин комом. Все, промазали сковородку. Ждем, пока нагреется. Еще больше. Сковорода у нас нагрелась. Теперь выливаем массу, которую приготовили. Вот она уже парует, сковорода. Выливаем эту массу. И приподнимая сковородку, вот так вот по всей окружности расправляем сам блин. Тонким слоем. Вот перевернули блин, вот такой он у нас с другой стороны получился. Ой, а запах такой хороший, а? Золотистый. Перед каждым, как достали блин, вот он блин, мы всегда сковородку протираем маслом. Либо салом, у кого что есть. Горячо. Напишите обязательно в комментариях, кто может так делать. Сейчас я пробую руку. Ну как, можете? Если вы можете делать так, напишите в комментариях, что можете, и поставьте класс. Блины, 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 блиночки мои. Ой, блины, 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 блиночки мои. Она текла на твоей, вот и мягкая.
что мы тут приготовили. Бери, ставь на стол. Ставь. Так, будешь сейчас проводить мастер-класс, как мы вкусно приготовили или нет. Блины, а? Да. Давай. Отламывай кусочек. Что делать? Ну, и шо, как? И попробуй. Что делать? О, а ну покажи, как ты скручиваешь вот так вот в конвертик, правильно? О, так, горячий? Да, немножко. Немножко, а ну-ка пробуй. Что мы тут приготовили? А ну и говори, что? По соли, по сахару. Ну не спеши с выводом, не спеши. Очень вкусно. Немножко не сладко, но очень вкусно. Так и для этого есть сахар. Пошли сейчас, я тебе сахар дам. Да дел. Не, не надо. Не надо сахар? Нормально. А вот сахар. Открывай, ну вмакай. А ну, дай мне попробовать. Макай. Так оно и... Сахарница. Пробуй. Ну как? Пойдет? Угу. Блины бродяги пойдут? Да. Это очень просто, легко. Я думаю, не думаю, я знаю, что это каждый так может делать блины. Поэтому приятного аппетита, бон аппетит. Да. Подписывайтесь на наш канал Бродяга Режиссер. Что ты еще хочешь пожелать подписчикам? Жарить побольше блины, да? Ну давай, пожелания твои какие? Мы вас очень любим. И хотим, чтобы вы набрали. Не надо это. Люди потом посмотрят, если захотят туда. Да. Поэтому респект и уважуха, да? Мы не хотим быть видеоблогершами. Все, мы заканчиваем съемку. Будем есть вот такие вот блины русские. Кстати, ребята, лучше не быть видеоблогершем. Все может быть. Все может быть, да. Так, и можно разные начинки делать, и с грибами там всякие-всякие, да. Поэтому очень вкусно. Да, давай я тоже буду поем. Стой. Попробуй, что ты здесь мне приготовила. Я-то возле плиты, а ты готовила это все, ну. Угу. Что-то мы тут соли добавили немного больше. Настя. Да. Ничего не чувствуется. Угу. А ты сколько соли добавляла? А, ну мы же там щепотка, да? Да. Подожди. Угу. Ставь чайник, будем чай пить. Поставишь? Да, я не буду. Нет, ну так. Угу. Подожди, да я. Угу. Я пока не буду. Угу. Все, всего доброго. Да. Угу. Ты блин будешь? А ну, давай проверим. Будет он блин? На. 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 А ну-ка. Обычно как проверяют? Если кот не ест, да? То что-то не то. А если кот съел, то значит, что нормально. О, поел. Все проверено. Это как у нас детектор кот. Ест, Настя. Значит, мы все правильно заготовили их, да? Да. Смотри, как ест. Все, это наш детектор.